Доброе время суток, как говорится. Значит, продолжаю свою работу по утеплению балкона. Значит, как я уже говорил, крыша у нас уже готовая. Первый этап, как говорится, прошел. Сейчас пошел второй этап на стены. Значит, что я сейчас делаю? Это у меня вспененный полиэтилен, восьмерка. Пускаю его сейчас на стены. Ну, креплю так саморезиками туда-сюда. Так вот как-то все это выглядит. Потом здесь пойдет уже ОСБ, то же самое, как и на крышу. Вот здесь вот она дойдет. Доски, как видите, у меня обработаны, вся обрешетка у меня обработана отработкой. Сажаю это все на саморезы. Ну, продолжаю, говорится, дальше. Сейчас, сказать, сегодня только начал утром. Сегодня у нас суббота, отдыхаем. Так что по максимуму будем работать. Сейчас, значит, издалека как это все выглядит. Значит, я уже куски нарезал. Так, вот так все это выглядит. Пойдет сюда дальше. Потом все это перейдет туда. Ну, потом посмотрим, как говорится, вечером, как все это будет выглядеть. Ну все, на паузу, поехали дальше, продолжаем. Ну, значит, как-то вот так это все сейчас выглядит. Закончил эту сторону. Сейчас буду вот это вот хлам, так называемый хлам, перетаскивать на вот эту вот сторону, сюда буду тащить и буду заканчивать эту сторону. Значит, как я, видите, режу листы эти, приходится их резать вот так вот, где-то здесь сантиметр зазор, но это я все буду закрывать, буду запенивать все вот это вот, все эти зазоры буду запенивать. Здесь пройду, наверное, герметиком. Здесь хорошо, где-то такой вот зазор будет. Где большой зазор, там буду пенить, а где маленький, буду герметизировать. Герметиком делать. Сейчас здесь сверху еще, сейчас это закончу, здесь пойдет еще два слоя пеноплекса, вот этого вот. Ну, как говорится, продолжаем. Сейчас снова на паузу и продолжаем дальше. Значит, так, вот эту сторону тоже уже закончил, ну, закончил как, под стартовый, как говорится. Стартовую часть закончили. Вот это тоже уже закончено, я вчера показывал. Вчера у меня шурупы закончились вечером, я переложил сюда. Пришлось остановиться, она закреплена, но не до конца, сейчас пойду за шурупами. Продолжу вот это все, тоже буду запенивать. Вчера немножко у меня есть старый герметик, не старый, купил его, для когда обшивал жесть, он сейчас он мне уже не нужен, остался один тюбик. Вот так вот пройду эти вот места герметиком, тоже одна тубочка есть. Еще я, ну, где большой зазор, здесь большой зазор, здесь пропеню, а где такой маленький зазор, пройду им герметиком. Ну все, продолжаем, как говорится. Знаете, что хочу еще добавить? Я в интернете много читал, что все пишут, что у ОСБ какой-то специфический запах. Не знаю. Что-то мне никакого ни запаха нет, не чувствуется. Чувствуется, ну просто запах такой фанеры. Так в комнату заходишь, ничем не пахнет такого специфического. Это ОСБ 3, 9-миллиметровая. На это все ушло у меня... Сейчас 5 листов, 5 я еще с 6 срезал маленький кусочек. Я потом посчитаю, скажу, сколько это ушло, сколько квадратов. Напал. Значит так, все закончено, как говорится. Все швы запенил. Вот так это все выглядит. И потолок. Постарался запенить все щели. На все у меня ушло. Значит, швы, конечно, не такие уж большие были, вы видели. Ну, максимум было сантиметр. Самый, даже сантиметр тоже, ну, я уж преувеличиваю.
максимум, наверное, швы у меня были, ну так, 9 миллиметров. Не везде, конечно, так было. Значит, пенил я. Где этот баллон чертов? Вот он, какой-то. Даже не знаю, я ни рекламу не делаю, но все равно. Какой-то вот такой вот гигант. Черт его знает, турецкого производства. Значит, мне на все ушло один баллон, вот, на все ушло. Потом где-то сантиметров 20-30 не хватило, уже, как говорится, чтобы не оставлять работу, так взял второй баллон, открыл. Значит, да, пенил я как? Я не профессионал, я не занимаюсь ремонтами, не занимаюсь, это просто делаю для себя. Потому, чтобы купить пистолет, да, понимаю, наверное, я много видео видел, что пистолетом и легче, как говорится, пенить, и качественнее получается, потому что, ну, смотрите, о, сколько у меня здесь все наляпано на полу, да, понимаю. Но купить пистолет всего лишь для один на один раз, он стоит приблизительно, самый дешевый пистолет стоит у нас, как один приличный баллон к этому. Пены, я говорю за самой дорогой пены, я не говорю дешевой пены. А самый дорогой пистолет стоит как два баллона самой дорогой пены. Ну, я не знаю, мне не нужно это было. Я взял вот две трубки, соединил их между собой, посадил их на термоусадку, соединил их как? Вот взял две штуки, вот этот. Вот она это. Сейчас. Значит, вот взял две трубки. У одной отрезал вот этот вот конечек. Вот этот вот конечек отрезал. Соединил их. Посадил на термоусадку. Восьмерка села хорошо. Зачем я это делаю? Сейчас я все вам объясню. Сама трубка, она восьмерка. Диаметре. Выход, наверное, где-то 7, ну будет 8, ну 7,9, 7,5, скажем. И прет она, блин, не дай бог. А мои зазоры не такие уж большие были, чтобы их заполнять. Значит, потом, что я, наконец, я посадил, посадил снова термоусадку на 8. Она вот здесь уменьшилась, как говорится, сжалась. Потом на это сжатое я посадил еще термоусадку. Пятерка как раз села, 5. И как где-то у меня вот как раз выходное жало получилось на 2,5. Ну ничего, нормально. Вчера клещем я сделал такой длин, мне же потолок надо было, кажется, пенить, чтобы баллон держать в горизонтальном, ну, в вертикальном положении, чтобы этим легче было, я потом сделал такую длинную. А так, если что-нибудь такое, говорится, стенку поделать, не надо это. И вот так очень удобно. Так чуть-чуть нажал. На это нажал, а тут. Ну не знаю, мне не трудно было, легко. Ну конечно, наляпал много даже, вот. Ну это ерунда. А потом все, даже второй баллон, который начал, который использовал я. Потом мне вот это всю эту вещь я промыл обычным растворителем. И всего лишь ушло 2 шприца. Все чисто. 2 шприца, 10 грамм растворителя и сам баллончик даже, этот, который сейчас использованный, вот сюда прям, сюда. Залил два, ну так, наполнил, вылил, и все, он чистенький встал сразу. Вот это вот, говорится, в клапан сам. Но сейчас этот не этот баллон, конечно. Если буду пользоваться, я уже не первый раз это делал. Так что делайте, может кому-нибудь понадобится, понравится. Это не для профессионалов, кажется, для нас. Обычная такая это. Легко и просто. Ну все, как говорится, ушло на это. Значит, я посчитал, я хотел вам сказать, да, еще. На все у меня ушло здесь 15 квадратов, 15 с чем-то, ну скажем, 15-250 квадратов, значит, фанеры. Сейчас все это потом, когда просохнет, отвердеет, обрежу всю эту лишнюю пену и начну прицеплять пеноплекс. Ну, пеноплекс пока не могу прицеплять, потому что у меня нету клея. Не могу клей-пену найти нигде нормально. Как найду клей-пену, займусь этим делом, как говорится. Ну все, прощайте, говорится, если что, задавайте вопросы. До следующего этапа.